Я, кстати, в первый раз, так что сори, если тупить буду. Да там, блядь, легко. А, кто больше сердечек получит. Ну, я и говорю при этом, как, ну, по сути, то же самое. Зрители тоже играют, если что. Так, ну все, значит, надо писать. Так. Так, ага. При этом не выдавай свою роль. Кто ты там, видишь, типа, у каждого... The audience's first message is automatically sent to everyone each night, and it shows up Привет, here on the чатик. Screen too. Хесус Isn't that fun? Хм. Привет, Black Whale, спасибо тебе. Маленькая деталь. Ваши секретные сообщения могут и не быть секретными, поэтому... А, да? Ну, в общем, имейте в виду. Пиздец, как сложно. Что сложного-то? Просто общайся с людьми, только у тебя ограниченное количество сообщений. А, вот так у меня уже они кончились, походу. Бля, понятно. Я думаю, что ты мне, сука, не отвечаешь? What? Шо? Ты увидел, что я тебе написал или чё? Да. Ну ты понимаешь, да, выбираем друг друга, наверное, тогда. Не, ну ты как бы сам, да, думай, ну. Ну сейчас увидишь, что будет. Да, что-то как-то долго время идет, все уже пообщались. Ну кто там, алло? Может кто-то не кончил еще, поэтому она... Через 20 секунд неотправленные сообщения исчезнут навсегда. Поторопитесь. А, да? Понятно, ребята. Отправляйте сообщения. Что это за звуки? Где? Не знаю, мне тут в игре. Ну быстрее, блядь. Окей, time's up. Теперь вам на своем устройстве нужно выбрать одного игрока, с Я которым пригласил. Вы сегодня Тебе нужно одного игрока выбрать. Свидание. Так, ну я выбрал. Ну убирайте быстрее, алё, блядь, вы умерли, что ли? Hey, I know, it's hard to choose. But if you don't pick anyone, you'll be severely penalized. Да, только одного. Okay, who wanted to date who? And if you don't get a date, don't worry, this is just the first night. Ага. Не понял, блядь. Ха-ха-ха! Обидно, да, чат? Опа! Опа! Так, и кого? Ты меня, надеюсь, выбрал? Я понял, блядь. Еще кто-то хотел меня. О! Изи. Не самое приятное чувство. Ну да, обидно. У Жожо примерно такая же ситуация с гаечкой. Хе-хе. Понятно. А, видно. Какой дедушка, блядь? А, ну да, понятно. Понял, пошел нахуй. Отказ. А че все отказываются-то, реально? Взял он один? О-о-о, вообще никто не вышел. Минус сердечко. Он, по-моему, вообще никому не написал. Well, вроде, или я... Мне кажется, он вылетел нахуй вообще. Время да. Для результатов. Ну, это бан... Это, кстати, банчик, да. На часик. Не, я серьезно. Заходи, игры, сейчас. Так, что теперь? Способность игрока... Так, чего, бля? Я? А? Чё ты? Чё? Моя, то есть, способность будет открыта? Кому, бля? Я не знаю. Секретное слово обнимашки. Сегодня полнолуние. What? А это может повлиять на ваши способности.
За что, блядь, за то, что инет упал? Он же не специально. Ау, интернет упал. У меня интернет упал на минуту. Так ты можешь вернуться теперь в игру, если знаете, что. Как здесь все работает. Вовремя так интернет упал, именно вот в тот момент, когда он зашел в игру, блядь. Именно в это время, блядь, именно сегодня, именно вечером. Да-да-да. Да-да, так. Блядь. Ты чё? А? Hey, if you need to block another player, чё? When you hit the info button on their chat screen, there's a block button in there, and then you won't see their messages. Всё плохо. Чё? А, нет, всё нормально. Боли. Последние 20 секунд. Какой папа, блядь. Какой папа? Кто папа? Oh, sorry, time's up. All right, it's time to pick dates again. Так, ну я выбрал. Итак, выучили ли вы свои жизненные уроки за эту ночь? Давайте узнаем. Выбирать, выбирать. Вас выбрать? Ладно, я тогда все. А почему вы... А чё вы никого подождите, не выбираете-то? Тут ещё кто-то да есть. Нет, они других выбирают. Чё, проснулся, что ли? Да, получается. О, бля, неужели? Кого? Какой ты 2x2, блядь? Не понял, нахуй. Понятно, чат вообще никого не выбирает. Ну, им похуй, блядь. Не уходите пока, есть еще желающие. Кто? Это не я, кстати. Да чё, какой ты 2x2, блядь? Причем тут ты вообще? Ля охуевший, пиздец. Потому что папа. Я ж тебя выбирал! А, да? Да? Какого хуя? Stay right there. There's more. А, во. Чата. Пойдем отработаешь. О, нормально. Че? Чат обиделся, кстати. Так они сами меня не выбирали, алло. О. Бля, почему ты на первом месте, я не понял, а? Ну, да. Ты лидер. Давай посмотрим на твою сущность монстра. Да, да, выбор. Я вижу, вы голосовали за второго. Не понял, блядь. Нихуя, ты мамаша? Ну да, получается. Мамаша, я не папа, я мама, блядь. Когда ее ребенок не встречается с кем-либо. Какой твой ребенок? Если твой ребенок, блядь. Скажу, кстати. А ты знаешь, что твой ребенок? Я знаю, да. Я себе мамаша, бля. А ты меня накормишь своими печеньками? Ну да, получается. Могу не только печеньками, кста. Ля какая. Я ее ебал, кста. Приготовьтесь переписываться. Угу. If no one has messaged the audience in 20 seconds or so, their messages start popping up here on the screen.
А, да? Че? Да не, ничего. Бля, у меня сообщения закончились. Мне даже не написал, вот падла. Да я тут с другим общался, блядь. 20 секунд, внимание. Ну все ясно, да. А шо? Прошла любовь. Так два раза уже. Давайте, сейчас, давайте. А, вы третьего выбираете? Ну все, тогда ясно, блядь. Okay. Тогда ясно, все. Once again, it's time to pick your date. I'm keeping my mandibles crossed for everyone to do well. Ну я выбрал, кстати. Ну я, кстати, тоже выбрал. Интересно, на кого же ты меня, блядь, променял? Ну же, а с чего взял, что я тебя променял? Кто пошел на свидание? А ты меня не променял? Понятно, блядь. Ебать, тут серьезная переписка. А! Не понял. Че, блядь? А, ясно, кто твой ребенок, блядь. Тут еще кто-то есть. Пожилая мама. Вы боитесь писать? Не, он долбоеб. Ой. Так. Не уходите пока. Есть еще желающие. Вы охуели, блядь! Подождите. Понятно, блядь, пиздец. Шлюхи. А? Вот вы падла, блядь. Она же еще вот, не закончила. Сука! Я сок на стрим пришел. Понятно, блядь. Чат лав. Чат шлюх. Воу-воу-воу. И ты тоже. Воу-воу-воу. Да-да-да-да-да. Крррл. Спасибо тебе большое за переподписку. Спасибо. Ясно. Все, я вас больше никогда не выберу. Все. Все, бля. А ты кого выбрал? Они со всеми переспали уже, а ты фу, бля. Давайте посмотрим. Как так можно, а? Что-нибудь в наших местах? Нормально. Чем больше опыта, тем лучше. Не-не-не. Тут опыт, я надеюсь, к тебе предохранялся. Кто? Кто мумия? А. Кажется, что звезд остается проклятым. Тоже происходит с ним. Бля. А чат встречался с мумией? В конце игры муми крадет себя по половине встречи каждого проклятого игрока. Так. Night 4. Сука. А чатик видит диалоги заранее или нет? Нет. Или только свой диалог видит? Только свой. Ну все, я, получается, дописался. В смысле, все? У тебя закончились сообщения? Ага.
Но я уверен. Почти. Осталось еще 20 секунд. Угу. 20 секунд, отлично. Чату дают 3 варианта ответа, и поэтому они пишут цифры. А я думаю, они типа выбирают, за кого голосовать. А как тогда? А как вы выбираете, ну, кого выбрать? Сейчас, сейчас вообще не понимаю. Ну, я выбрал. Я тоже. Ох, бля. Надеюсь, ты сделал правильный выбор. Я тоже надеюсь, что я сделал правильный выбор. Hey, I know, it's hard to choose. But if you don't pick anyone, you'll be severely... Настало время свиданий. Так. Ага. У меня даже диалога не было. А какой смысл без диалога-то кидать? Подождите, тут еще кто-то есть. Не понял. Ха, сына наебал. Мне же сердечко дают лишнее. Сына, прости. Ясно. Сынок, ну прости, но нельзя доверять маме, извини. Ой. Ах ты сука! А чё, блядь? А все уже! А все, а раньше надо было, блядь! А раньше надо было! С чатиком он там нахуй развлекается. Все. Теперь мы квиты. Кого? Ну, чат как обычно. We know how this is gonna end. Чего? В депрессии за отказа? Пиздец, ты чувака в депрессию вогнал? Тебе вообще не стыдно, а? Ясно, чату все отказали. Ха-ха! Видите, карма! Well, карма, блядь! Карма, нахуй! Time to see your monster power. А? Лё, блядь! Ты я, кстати. Знаешь, я тебя ебал, кстати, своей рукой вот этой. Ну да. А получает монстр сердечко за каждое успешное свидание с монстром, на которого ему тайно было велено охотиться. Ты, это я, кстати. Жестко. Full moon fever. Приготовьтесь переписываться. А, давай, блядь. Понятно, сука. Ты чё там мутишь, блядь? Я? Ну да. 20 секунд. Я знаю, что ты там мутишь. Ничего не мучу я. Ты посмотри, что я тебе писал, алё. Я дурак. Okay, time's up. Once again, it's time to pick your date. Бля, ну я хз, это вообще. А ты подумай хорошенько. Ты выбрал, да? Я выбрал. Hey,
I know, it's hard to choose. But if you don't pick anyone, а я знаю, ах ты, блядь, ах ты, падла. It's я знаю, ты меня наебал, кстати. Ты же наебал. Uh-oh, no dates picked. I told you what would happen. Не понял. Обидно, да? Stay right there. There's more. Ой. Ага. О, ты чату отказал. Они, я думал, ты с ними, я думал, ты с ними. А я думал, ты с ними. Подождите. Ну тут ты. Еще кто-то ты не ответил, блядь. Все ясно. О, так ты не ответил, сука, я ж тебя спрашивал. Алло, ебло. А ты ничего не сказал. Чё, ага. На кого ты, блядь, сообщение потратил? О, у зрителей депрессия, нахуй. Ха-ха. Ого. Не уходите пока. Есть еще желающие. Все хотят чат. Чё? Что, Джесса Уген, да как это можно ненавидеть? Воу, правильно. Кого, блядь? Че? Фу, сука, а? Хватит ему очко давать. Давайте посмотрим, изменилось ли что-нибудь в наших местах. Да, ты из этой хуйни постоянно, типа, на первом месте. Нечестно. А, да? И кто это? Ебать, Леон, нахуй. Кто это, блядь? On a full moon, the body swapper swaps hearts. Полный телообменник меняется всеми сердечками с игроком, с которым... Это довольно сильно. Что, блядь? Кого? А ты его, кста. Ну да, и чё теперь? Ну и всё. Я не понял ни хера, что это было. Кого я трахал? Что это за... Хлоп, блядь. Так, ну... Ну это... Ты что там, блядь, вообще делаешь? Кого? Какого папу? А, ой. Папа. Всего 20 секунд осталось. Все, я выбрал. Я тоже. I'm closing my 29 eyes. Я надеюсь, ты сделал правильный выбор. Ну да. А, да? Hey, ну да. I know, it's hard to choose. But if you don't pick anyone, you'll be severely penalized. Okay, let's see him. Алло. Обидно, да? Почему ко мне-то, блядь? Сын, а ты чё, ебанулся? Ну, сын тебя хочет выебать. Вон, блядь, зато он тебе сердечко дал. Да какого хрена, тупой сын какой-то?
Так, не понял. Ясно, иди в жопу, блядь, тварь. Все ясно. Кажется, ну да, обидно. А, дурачок, блядь. Ясно все. Иисус, прости. А, ну да. Прости. Бля, шлюха, я хуею. Сука, а я, блядь. You received the mummy's curse. Ой. Ну ясно. Давайте посмотрим почти финальные результаты. Надо было клопа ебать, а не выделываться. One last thing, it's time for the after party. Понятно, нахуй. Time to reveal any remaining hidden monsters. Let's see what you are. Кто это? А где монстры? The vengeful ghost starts the game with a bonus heart. When the vengeful ghost asks someone on a date and gets rejected, that person loses a heart. А, да? Чё? Sad people love puppets. Опа. Грустные люди любят кукол. Кукол получает бонус среди каждый раз, когда идет. Чего? Не успел. Ля, блядь. The creep earns a bonus heart for every player they reject, but only on nights they successfully get a date. Ля, говно. Жижа, блядь. Every time the glob successfully dates three new players, its heart tally doubles. Так и что в итоге-то? Время начать. Опа! Пати и нихуя у тебя сердечек, блядь! Ну да, кстати. И чё в итоге-то? Этого недостаточно, не чтобы разрушить проклятие. Что про... Кого? Чё, блядь? Ну да. ЧЕГО?! Who was the monster hunter hunting this whole time? Я же ебался с монстром! They never did successfully. Разве нет? Sorry, monster hunter. И чё? И как это повлияло на финальный результат? Хуйня какая-то. И короче, по-моему, не того ебал так. Ну он же монстр. Хуя у тебя сердечек. Шлюха. Спасибо, чат, спасибо. Понятно. Заработал 5 сердечек за каждую ночь, когда ее ребенок. Понятно. Так, а я что сделал? Да ты, по-моему, не того. Следил за своей жертвой, мумия, всю игру, но ни одного успешного свидания с ним. Ясно. А почему тут мумия вообще? Поменялся так всеми сердечками один раз. Так это что, не монстр, что ли, на экране? Вообще, тут самый главный монстр, это ты, бля. Да за шо? Да вот так, а все уже. Так. Первым будет... Да Паша, они все такие, блядь. Вообще, Паша, блядь, что за имя? Паша, блядь. Паша, блядь. Паша. Таша, блядь. Что за пиздец? Паша, блядь. Вы должны были получить задание. Неправильных ответов быть не может. Почему не Шапа, блядь? Почему Паша? Паша, блядь. Так. Отвечай на вопросы, окей. Чего? Сейчас, ребят, надо на вопрос ответить. Бля! Ай, короче, я ничего не придумал, я дурак. На вашем устройстве появился ответ другого игрока. Постарайтесь сделать так, чтобы его слова звучали максимально нелепо.
В смысле бан? Чё бан? Да я успел ответить, я имею в виду, я не успел придумать какой-то нормальный ответ. То есть я херню сказал, ответил. А, ладно. Дело сделано. Ну как всегда, а, да? Ну все, Хесу бан на час. Ты-то ответил, нет? Ты ответил, нет? Да я ответил, ответил. Ага. Ну сейчас поссорим. Жалеете о написанном? Уже ничего не изменишь. Да, жалею. Чё? Во-во-во-во-во, это не я писал. Чё за... Чё, дурак? Пиздец, почему там мой никнейм? Не понял. Не понял, блядь. А, да? Ну это, ну я, кстати, ну да. Эй-эй-эй, бля, эй-эй, сука, смешно, да? О, да, да, я. Ой, бля. Хм. Ага. Кто выглядит наиболее нелепо? Голосуйте. Все, блядь. Даже не знаю. А, так подождите, так первый это не я. Самый плохой ответ или самый хороший? Я не знаю. Ну, видимо, тот, за который проголосуют больше всего людей, тот наберет больше всего очков. Но это не я, блять, это просто типа мой никнейм здесь, но придумал это кто-то другой. Я в другом месте, я тут есть, да, но попробуйте догадаться, кто, кто я. Посмотрим, как кто проголосовал. Понятно, блядь. И вот я как говорю, проголосовали не я. Зрители. А как? А, да? Вот я был вообще-то. Вот, вот. Кто вас увидел. Вот я был вообще-то! Вот, Джесус АВГН, блядь! Очки. Это вообще масконавт, ёба! И жертве тоже немного очков. Бля, ребя... Ебе... Асу... Ооо, бля, понятно. Ну да. Полное унижение. Кем из вас мне больше всего гордиться? Давайте выясним. Блять. Какого хрена? А чё смешно? А, вор, блять, ну Путин. Же, ага. Продолжаем. Очень далее. Смешно. А где доказательства, что он вор? Так, панда рожает чего? Вы получили еще одно задание. Отвечайте максимально. Ну, ты пиздел во время всей инструкции. Ава-ва-ва. Так. Сейчас ответ придумываю. Так, ну я сказал, ответил. Ну я сказал, получается. Ну да, получается. А, надеюсь, еще? Надеюсь, у вас все получится. Возьмите эту цитату и сделайте так, чтобы ее автор выглядел нелепо. Слушай, мне тут такая херня прилетела, я не знаю, как на это ответить. Ну и хуйня. Так.
Так что хороший подарок для племянника, хороший дешевый подарок для племянника, понятно. Чё плюс? Чё плюс? Ну отвечайте уже, алё! Что они там двое сидят, не могут придумать, блядь. Поиграй в игру какую? У меня у одного. Который играет XQC. Baldis Basics. What? А что это за игра? Не понял. И чё, хуйня какая-то, блядь. Чё за ответ тупой? Ну да, чё-то как-то не очень. Так это, блядь, ты нахуй что ли сказал эту хуйню, блядь, про пёс и мяу-мяу-мяу? Ля дурак, блядь. Бля, вы сами сказали идти сюда, в итоге что-то как-то вообще не это самое. Ни туда, ни сюда. Ой, бля. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. А, я думал, сейчас что-то будет. Бля. Удобрены, блядь. Выберите вариант, который вам кажется наиболее абсурдным. Ну. Про Гинсуху смешно было. Знаешь, что такое Гинсуха, кстати? Да, это тоже вроде как это стримерша. А? И как она тебе? Ну, стримерша, молодец, стримит, все. Ага. Ну да, получается. Давайте посмотрим, кто получил голоса. Ух, бля. Не понял. Ага. Ага. А я где? Понятно. Давайте посмотрим, чем закончился этот раунд. Отлично. Мы с тобой в жопе кста. Нам надо напрячься. А, да? Ага. Я просто, блядь, до сих пор так и не понял, как там что на голосование. Да просто смешно, надо что-то отвечать. И все. Кто микроблок? О, блядь, заду осуждаю удушение, ебаный рот. Господи, сори за мат. Пришло еще одно задание. Пожалуйста, отвечайте. Блин, да как смешно на это ответить? Я не знаю. Не, ну сейчас можно придумать какой-то просто ответ, а потом уже надо будет ответить на ответ, и уже как-то вот, чтобы это было смешно. Какого лучшего кинатора поиграем? Тот же XQC недавно играл и стримеров отгадывал. Пиздец. Да я, блядь, в этот кинатор играл еще, не знаю, лет 5 назад, я помню, отгадывал. А XQC только сейчас дошел до этого, ля... Понятно. Все понятно. Ну, вы знаете, что делать. А, да? Пиздец. Ну как это? Ё-моё. Я не знаю, ну типа... Максимальная тупость, блядь. Что я должен это ответить?
У меня, кстати, первый вопрос выпал супер дебильный. То есть там, я даже не знаю, как можно было ответить нормально. Давайте глянем, что получится. Воу-воу-воу! Да это не я вообще! Осуждаем. Надеюсь, Диана Райс ушла. Ой. Уж это за хуйня. Ну, да, ну это пиздец, конечно. Ну а что, у меня там было написано, что ты думаешь про, блядь, Игру престолов? Ну что я должен был ответить? Понятно. Не понял, блядь. А, да? Держи в курсе. Слушай, ну тут, кстати, можно реально на бан-канала поиграть, вот, судя по этой игре. Оу! Я думал там... Ебать, я думал там слово это. Я такой, о! Уже хотел это, бля. А это просто придурок. Ебать, меня сейчас дернуло, блядь. Как скример какой-то. Даже не знаю. О, все, меня с главной убрали. Обидно, да? Итак, вот вердикт. Ну-ка. Ну-ка. Ага. Понятно. Вот там 110 очков кому-то дали. О, бррр. Полное унижение, реально. Смотрим таблицу. Кого? Кого? Почему ты на первом месте? Ну так. Последняя наша остановка. Ты почему ты на первом месте? Чё за говно? Хостин. И в этом раунде очки удваивают. Чё за хуйня? Как? Чё за читерство, блядь? Последнее задание. Что за хуйня вообще? Я ничего сейчас не понял. Тебе надо просто выбрать ответ, а потом уже хуй знает, если честно. Сейчас посмотрим. В Jackbox 6 есть ремейк смертельной вечеринки Кста. Да, но там нет главного. Русификатора Кста. Вот так-то, блядь. Время на исходе. А. Нам нужен трехочковый. О, я самый первый дал ответ, нормально. Чего? Почему в третий час не хочешь? Это же классик. Не знаю, потому что мы в четвертую решили. А, боже, боже. Давай, 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 давай. Ты что, не можешь придумать ответ? Серьезно? Да подожди. Давай! Ну, алё, бля. Ну ты чё, бля? Ты последний остался. Ля лох. Привет, я Марк, полезно заклад. Ля, блядь. 18, 17, 16, 15. 3, а, да. Это, блядь. Чего, я это выбирал? Чего? Что за хуйня? А... Ну да. Да, что-то вариант ответа вообще, блядь. ну да.
Да, Крымский мост в США. Начинайте заполнять свои бюллетени. Кста. Не, ну ладно, несколько забавных вариантов появилось. Слава богу. Ну да. Это не я, это не я. Не надо, блядь, за ту хуйню голосовать. Вот что думают люди. Ля, дураки, блядь. Ну, зрители поумнее будут, проголосовали за меня. Кусками, кстати. Пиздец, блядь, да почему? Ну, вот так вот, кстати. А, куски ж смешнее были. Ну, дела. Ну, сейчас тебя должны перегнать. О, хер ты на первом. Ты чё, блядь? Ага. Ты ж хуёво отвечаешь, вообще не смешно, блядь. А, да? Почему у тебя 1500? Как? Да как? 604, да? А вот и наш чемпион. Ну, да. Забирай свой приз. Забирай, пошел нахуй. А почему? А почему? Пиздец. Как это вообще? Я не понимаю, как тогда очки типа, вообще получаются, как они работают. За что их дают? Так, ну я думаю, мы второй раз в это не будем, да? Обидно, да?